Так, ну что ж, начинаются у нас пистолетки. Экконот Би берут КТ-сторону, GDI играет за террористов. Бомба стоит под А. Один игрок стоит на зелени, трое на Б, один на Тархун и... Психа забирает Никита, но Дизаху его разминает. Так, ситуация 3 в 3. Дизаху убивает Психа, Импакс убивает Домака. Полосма вешает отлично голову Самуэлю. Выходит с пожарки. Фаерстартер убивает Имплекса. И бедный Дизах остался один. И Фаерстартер настреливает по противнику, и Дизах даже прямить туда. Что ж, Экл на Би берут пистолетки. Умирают только два. Это Психа и Домок. Психа опять же берет Мак 7. Опять хочет пофармить. А GDI берут Force. 4 так 9 и P250. Никит ставит голову психу, так не давая психу пофармить. Космо остается красным. Космо жмет Самаэлем, но не умирает. Ситуация 2 в 3. А, сейчас включу звук, прошу прощения. Я просто... Нормально. Так, не важно. Так, ну что ж, остался... То есть все, что я комментировал. Да. Никто ничего не слышит. Знаешь что? Все очень хорошо. Я тебе после стрима припомнил. Я пока... Это... Разговаривал с Егором. Не понял, что за фигня. У него там какие-то проблемы, у него Да, там. я понял, что там за проблема, я им потом все объясню после стрима. Или на перерыве между командами. Да не, после стрима. Да, я как бы понял, что там случилось. Он купил как раз-таки не соединитель, а раздвоитель, даже так можно сказать. Который, чтобы наоборот, с двух наушников шел звук. Типа сразу в два наушника. Домок убивает Самаэля. Фаерстартер слышит противников. Убивает одного, убивает второго. Но убивает Дизах. Дизах перестреливается с противником. Кидает хаешку психу Дизак в ноги. начинает плантать. Рядом с ним находится Некит. Обходит с двух Господи, сторон. Господи. Некит делает, не делает минус, Дома его убивает. Дизах остается один, делает минус, но сбоку его убивает Психа псих. зажимает. Что ж, отличный просто полуэко атака will not be. Просто берут P250 и разносят вражескую команду. Решили отомстить за все. Счет 2-1. Кичерс не сменил никнейм на Алена ТТ. Вот это у меня только что лаг произошел. У меня ножик Самаэля был черно-красно-синий. Сразу тремя цветами. Полосками. Некит и Алена идут через зеленку, им прокидывают смоук. Алена выходит прямо на космо. Смайл делает минус Домака. Имплекс из зеленки уходит на... Псих стоит на зиге. Уже скоростя. Космо Космо делает делает минус, минус. Самайля разменивает. 3-3. Фристайтер все равно остается на Б со скорострелкой. На третьем раунде скорострелку. Никита убивает Некит делает психа, минус. термик забирает Никита. Убивает. Знают инфу, что там Самаэль. Потягивается фристайтер. Самаэль поднимается на поезд. Не знаю. Термик видит Самаэля. Самаэль промахивается, Самаэль остается остается красным. 17 хп.
кидает хаестер и чуть-чуть промахивается. Бац. Все, Самаэль минус, остается один имплекс. Бац. Да, это всё. Было бесполезно. Фаерстартер делать не было. Что ж, третий раунд копилку Эко Вилл Нот Би. Бай от команды GTI провалился. Убили только троих. Что ж, псих покупает АВП. Вся команда GDI идет на БМ. Все выходит где-то один проход, но термик встречает одного. Дамажит остальных. Фаерстарт расстреливает Самаэля. Расстрелка все сделала. Флэшбэнг. Приходит псих, убивает Мза. Видел. Бах-бах-бах-бах-бах от Фаерстартера. Снова зум офигарит по имплексу. Термик убивает его. Зажал в двоих, попал, но не убил ни одного и получил в голову. Счет 4-1. Видел, как Фаерстартер пытался убить чувака с ноузумом, и у него получилось. Он просто ходил и стрелял. Такой бах-бах-бах-бах-бах с ноузумом. Ну а что делать? Что ж, бай от GDI, АВП и три калаша. И появляется четвертый. Наверное, дома кинетится в злейшие враги. У них картинки из Sonic X еще старого. И как я помню, вот этот черный красный это плохой. Наверное. Да ладно. Я сейчас. А вот Домака Sonic. Смотри, трое в пожарке. Хаешку. Прокидывай хаешку, простреливай всего лишь одного, выходит на Домак, не видит, что смог, все же попадает по Самаэлю. Псих убивает Никита. Прячут. Ой-ой-ой, Самаэль убивает психа. Домак встречает одного, видел троих, боится выйти, отходит, пытается кинуть флешку, но его забирают, термик подбегает на А, Самаэль делает минус Космо. Ситуация 2-3. Термик стреляет, уже не стреляет, уже вышел. Ну что ж, а теперь смотрим за Фаерстартером. Фаерстартер, думаю, будет сейвить, так как один со скорострелкой. Смотри. Дезах выходит на пах. И... Это было... А, не собираются они сейвить? Нет. Они даже скорострелку не взяли. А, я бы взял. Ну, в пап-игре, да, можно взять скорострелку, которую купили. Это не добивает. Да, конечно, Дизах красиво вышел на префайре. Да, префайре поставил хедшот и добил. Что-то хотели в голосовой чат сказать, но поняли, что это плохая идея. Ну, я отключил войс. А вот я нет. Космо замечает двоих, прокидывает смоук. Алена делает минус Домка. Ну, будем звать его по-прежнему Кичер. Так как мы знаем, он уже не спрячется. Некид бежит. Некит просто пошел зарашить, убить. Псих делает минус Алена, но не зачекав зеленку. Возле зеленки Дезак делает минус Космо. 2-4. Просто простреливает. Хороший делает. Я что-то сейчас немного не понял. Стоял, смотрел он такой вниз и прилетает ему пуля. Опять остается фристайлер один со своей скорострелкой. Нельзя ее... проигрывать, так как денег не будет, но он ее прилетает, потому что справа захватит. Опять Дизах. И Дизах опять не берет скорострелку, понял, что это не надо им, так как они рашат. Фристайлер, наверное, там уже начинает бомбить, так как два раза слил скорострелку, и сейчас у него денег нету. Это минус 10 тысяч. Ну, уставят такой слабый... Полуэко даже. Два через это, два по 60 и... П2000. Они нету. Это зеленка. Некит. Космо делают с домаком минус 2. Некит зажимает, но криво зажал. Пули полетели куда не надо. Термик пропустил только что двоих. Космо убивает имплекса. Двое остается лоу хпшных. И термик бац, минус 2. Отлично, эко сделали. Я только сейчас увидел, как термик заходил в спину, и его же тиммейт ему же выстрелил походу в тело на минус 40. Ну, ты чё, выходишь что ли? На, получи. Я обходил их в спину, типа через трамвай, ну, вагон.
но и получил от своего же тиммейта. Это было, конечно, странно. Я думал, что Термик очень сильно испугался. Выходит на... Плент стоит... Пода. Все, выходит на... Термик убивает Никиту. Остается красный. Дизах убивает психа. Космо убивает Смейли, Термик убивает Дизаха, и ситуация 4 в 2. Космо убивает Импульса, подбирает Авик. Сейвит Авик для психа. Счет 6-3. Команде GDI надо подсобраться все же, потому что, как я понял, это последний шанс. У них есть что подыграться. Нет, это еще не последний шанс, чтобы отыграться. Они еще могут все-таки лазеров побиться. И выйти опять. Возможно. Ой-ой-ой-ой. Сейчас делать минус, но его убивает. Нитит, убивает Термика, а Дедах убивает. Кому-то я понадобился. Нитит убил Домака. Ситуация 2 в 4. Психа. 4 в 2. Космо и псих находится один в зиде, один под Б. Алена кроет Космо. Псих делает минус Никита. Космо не начинает стрелять, все же Космо делает минус. Дезах делает минус. Псих. Ой-ой-ой. Были бы киты у Космо, задефьюзил бы спокойно. Но нету. Не было диффузов у Космо, и это была его ошибка. Я не понимаю, почему этот парень не купил диффуза, так как у него были деньги, была возможность. Но вот такая вот жадность сгубила только что раунд. И GDI берут четвертый раунд. Свою копилку. Очень странный был мух от Космо. 4 АК, 1 АВП против... Опять скорострелку взял. Опять же, вот почему психа не купил киты. И как раз таки Firestarter. По два кита и, на команду. И Термик тоже. Термика не хватило денег. У него 50 денег осталось только. КТшник должен быть всегда богат. Правительству вы что, деньги не выдаете? Самаэль убивает Фарстартера. Дизах убивает Термика. Ситуация 3 в 3. Фристайтера, наверное, сейчас его команду уже на него бомбит, так как 3 раза. Зачем ты пугаешь скорострелку, если не делаешь минуса? Да, нафига ты тратишь деньги? Кидает, конечно, под накид. Я смотрел от лица. Это все ВХ. Домок минус Самаэль. Космо... Кичер в испуге. Космо чекает. Тыл. И Кичер убивает. Ой, че псих убивает Кичера? Псих убивает. Но Кичер перед этим убил врага. Домок распантывает, это 7-4. Никто не хочет купить ни идив, нет? Все, убей. Нет, это не пап. Ну почему, сразу? Я бы, например, купил. А потом его сразу же срал, и тогда вся команда бы не орала. Накопил бы 16 тысяч. Да. Я ж не играю там совсем таким плохим счетом. Только что Самуэль выстрелил Дизаху в задницу, оставляя 12 хп. Это была случайность. Я ни в чем не виноват. Дизах боится теперь выйти. Самуэль убил Космо. Минус Космо. Алена делает минус псих. Ой, боже. Алена, Термик делает минус. Некит выходит на Термика с ножом. Остается 2 в 3. 3 лоу хпшных. Остается Термик 45 хп. Больше 0 хп. Остается 3 лоу хпшных. И все же ничего не происходит такого сверхъестественного. Сейчас да, 7-5. Все остались красные у GDI. Все это Impulse, Дизах, Самаэль. Самаэль. Я буду жаждать, когда Домок убьет Никиту. По картинкам они злейшие враги, поэтому я все жду. Вот Термик убил Никиту, когда тот бежал с ножом по зеленке. Это выглядело очень странно. Посмотри на психа. Вот псих нереально псих. Нет, так неинтересно.
Некит убивает Томака. Бедный Соник погибает. Просто посмотрите на этого парня. Он идет с шотганом. Нормально. Надо затащить. Он ничего не боится на своем пути. Да, Некит обходит. XM-1014 очень хорошая пушка, но не на таких-то уж дальних дистанциях. Все, взял калаш. Бац. Смайль промахивается. С трех сторон. Расстрелил. Псих выходит, добивает. Старт убивает Самаэля. Рестайтер убивает Самаэля. Не успевает никак расплантать, потому что нет диффузов. Подбирает калаш. Нет, подбирает АВП. А, уже АВП. Это было только что странно. У меня иконка поменялась, когда он прыгнул. А мне назначение подобрал АВП. Странно было. Это шестой раунд купил по GDI. 7-6. Да, пока не скажешь, что это игра в одни ворота. Пока. Самое ключевое слово во всех играх. Пока. Пока. Сухие игры были только, как я помню, АСП против кого там? Ягуаров? Вот только единственная сухая игра была. Дома убивает Дизаха, психа убивает Самаэля. Хочется его назвать Самюэль. Выходит через зеленку, так как... Ой-ой-ой. Псих. Псих. Псих опять психует. Ага. Остается последний возле зеленки, уходит на саму зеленку. Иглс боится. Остается 1-5. На шифте, чтоб не услышали. Диверсант. Будет пытаться... Опять что-то в голосовой чат пытались сказать. Не замечает. Имблкс заметил Космо. Чувствует то, что поджимают его. Это ставит все ВХ. Голову термику. Это все ВХ. Разменивается с Космо. И Фаерстартер бежит. Если ты Имблкс обернешься назад и будешь ждать, то я буду подозревать тебя в нечестной игре. Услышал. Слышит, да, Имблкс слышит, что справа. Это ему ничего не мешает, но... он просто проходит. 18 секунд. Сейчас ему просто надо брать нож и бежать на Б. Нет, на Б. Имплекс, пожалуйста, вовсю. Давай, на Б. Давай. Имплекс. 10 секунд. Имплекс, имплекс. Оп. Нет, будет все, сейвить. Он будет сейвить. А жалко. А заря, да. Его все поджимают с базы, а он мог это плантать. Что ж, 8-6 пользу. Если бы он знал, что сейчас происходит, он бы огорчился. Да, это очень странно получилось, то что все просто перетянулись на Терри спаун. А он стоит между Б и А и боится, не знает куда идти. Ну один оставался на А, если бы он выбежал хотя бы в Б, поставил просто бомбу, дал бы денег своей команде, а так они удержали. А потом брать... сделал бы минус 4. Да, они берут теки, армор и распики. И бегут на Б. Главное, главное забежать. Так, Фаерстарт пробивает Самаэля. Его же АВП. О. АВП. АВП имплекса. Некит зажимает. У Домака. Домака. Бац, прилетает хаешка в Дизаха. Дизах убивает. Домак должен там Некиту. Кичер выходит в спину, забирает психа. И 124 в 3. Отомсти Некиту. Некит убивает Фаерстартера, но умирает от Космо. И Космо забирает имплексу. Все. Счет 9-6. Да, первая половина за Кабил Нот Би. Хорошая половина от обеих команд. Та-дам. Самаэль сразу пишет рейди, так как его команда готова. И Космо тоже пишет рейди. Все команды готовы. Следующий бот и не поверил Космо в итоге. Его тиммейт написал Рэдди, и он ему только поверил. А, нет, просто ебот немножко залагал. Он потом написал, типа, вообще-то мы уже готовы. Так, ну что ж, вторая половина. GDI защищается, а Кабил Нот Би нападают. Та-да-да-тан-тан-тан. Идут все по зеленке. А, нет, не все по зеленке. Трое идут по зеленке, один между БА. А,
Да как-то они странно сначала. Три Б два. Потом разворачиваются. Не понять, какая у них тактика. Около зеленки. Так. Самоэль потихоньку порталкивает. Домок и фристайтер. Уже есть инфа, и все стягиваются на кичерста голову космо. Психа! Отвешивает ответную плюху девах. Заходит на домок, не дочеков, умирает. Остается один в два. Что только что произошло? Все быстро умерли. Остается у Самоэля 10 хп. Фристайтер добивает. Не знает, где остальной нети идет на шифте. 55 против 60, по 2000 против Глока. Ну, у Глока больше патронов. Так что, возможно... Увидел. Все. Хаешка залетает очень далеко. 30 секунд остается. Все пытаются... Ой-ой-ой. И все же Некит затаскивает попаданием в голову. ХП. 8, 67, 100. Врут. Почему врут? 3 по 90 у GDI и 2 фамоса. Трое тут на зеленку. Парти решает затащить эту карту всерьез. Если игра не идет, бери петуха. А если с петухом не идет? Ну тогда все, можешь Лизаха левать. Делает космо, Лизаха делает Лизаха. Кичер делает минус 2. Кичер минус 2. С фаерстартер убивает Никиту и ставится бомба. Но вот не дадут поставить. Ну, не дадут поставить. А. Мог поставить, но что-то ему тут как-то два странно раза реагировал. Не понравилось ему. Бомба стоит. Что ж, псих отвесит хэйс? Нет. В прыжке Самоэль убивает психа, счет 9-8. Ну что ж, сейчас будет эко атака Вилнодви. МП9, кольт, 2 фамоса и петух. Против глоков. Все идут на Б. Ну это быстрая отдача раунда. Хотя нет. Решают расплититься и идут вообще в А. Нетит поднимается, замечательно. Она убивает домака. Двое красных. Терн убивает, фамос подбирает. Прям хаешку кидают под ноги. Остается в 3-4. Самоэль не считает, у него 5 хп. Да нет. На вражеской чита. Ай, чуть-чуть. Ой-ой-ой, Дизах. Дизах обманул. Бедный Самоэль. Такого он не ожидал. Что ты? Еще своим... Дизах просто динает свою команду. И перестреливает космо. О, байонет. Ночь. Счет 9-9. Эко берут бай, 5 АК. Так, скорострелка у Иглокса и у Никиты. Я выпал и еще у Самоэля. Так, ребят. Вы что-то там попутали? Решали всерьез совсем там наиграть. 3 скопы. Если они их проиграют, то это будет серьезное эко для команды GDI. Ой-ой-ой, какая отличная хэшка летает фаерстартера. Фаерстартер остается 24 хп. Тодон, псих. Психу полетела хаешка. Так, минус первый скар. Дизак забирает фермикер, псих убивает. Остается скороселка и АВП, АВП делает минус. И бежит. Все, получается. Имплекс остается на зиде, со 100 хп. С 99? Влетает хаешка на 1 дэмэдж. Хаешка прям под ноги. На его месте я уже пошел бы сейвить. Ну, он так и делает. Да? Надеюсь, ты сейвить пойдешь? Да. Тодон. Потому что нету смысла тратить еще одну скоростелку. Ну, типа одну уже потеряли. Еще и одну уже потеряли. Даже. Любим, помним, скорбим.
Да, это, правда, было нереально странное решение от GDI купить 3 скопы. Они бы еще купили 2 скаута. Ну, а правда. Хотя я бы купил бы. Человек-муха. Помнишь, да? Конечно, помню, что мы с тобой вдвоем принимали пятерых. Так, ну что ж. Так. Опять 5 АК, опять покупают Никита скорострелку. Ну, вообще-то он ее засейвил имплексом. А, это он же сейвил. Потому что это не имплекс сейв. Имплекс сейвил, накинул Никите. И психа бабах убивает Кичера. Имплекс не докидывает. Лесах делает минус 1, минус 2 и его убивает Космо. Остается в 2, в 3. Слышу звуки скорострелки. Но толку от нее сейчас привет, не было, это точно. Привет, автодирекшн. Бедный имплекс. Не знаю, как это произошло. Имплекс потерял свое здоровье. Сорян. Один стоит в девятке. Это фристайтер. Все кроют на месте Никиты апсейвил. Имплекс. Имплекс все решает сейвить, потому что понял, что ничего не сделает сейчас. Услышал, что обходят. Так, прошу. Кто из них не решил сойти. Прошу прощения за звуки печатающей клавиатуры. Печатающая клавиатура. Да. Мой микрофон любит захватывать все звуки вокруг меня. А моя клавиатура любит захватывать звук механически. Все, моя мембранка, но она у меня тоже громкая. А я не буду своего проверять. Смотри, как жать. Так, идут все в зеленку и бабабах, бабабах. Не знаю, где минус, и не эти делают минус, термикса и дымока, дымок! Ту-ду-ду-дун. Псих остается с 5 хп. И Кичер делает минус. Влетает в психа. А ты... Бабах, бабах. И бабах. Не видел третьего. Самая делает минус. Космо остается 1 против 3. Боится. Сейчас фаерстартер такой. Каким образом я сделал минус 2, а вы минус 0? Да. Еще и все умерли. Против пистолетов. Что это такое? Как там был только один фамос, а остальные пистолеты. Потом мне надо задать Космо вопрос, откуда его картинка. Я знаю, кто это точно знает, это мой друг Трабант. Пока тут был мальчик, где все погибли, я посмотрел Космо, его профиль. Увидел, что он пока наиграл 200 часов. Любит пар Ведьмака. Так, что у нас происходит? Остается 4 в 5. Никита делает минус психа. Делает раскидку на двое в зеленке, отворачивается под флешкой. Термик. Кичер термик. Забирает термика, хоть тот был и на это. Остается двое против четверых. Один лоу хпшник. Остается Космо опять. Один против четверых. Космо делает минус. Ого, Космо делает минус 3. Я тебя скинул. Трабант знает все. Ситуация 1-1, кольт против калаша. Ой, да, кольт против калаша. Спасибо им. Я, он сейчас еще ссылку даст. Ну нифига он. Я очень так, ты что ж, заметили друг друга. Имплекс настрелял по Космо. Кинул еще хаешку в ногу. Но Космо ставит бомбу. Остается... А, да, Космо молодец! Но... Ай-яй-яй. Умирает. Ну, все равно, один против четверых, сделав минус 3. Да, отлично. И поставив бомбу, отлично сыграл.
Что ж, сравнивать шансы команды. 11-11. Так, я тебе перекидываю ссылочку. Благодарю. Все. Скажи ему спасибо. Так, давай. Что ж, Шрека Вилл Би полуэко. 2 ЧЗ, ТП 250, дигл и так далее. 24 серии. Мне есть чем заняться. Так. Команда GDI берет 5 кольтов, но псих делает псих минус. Убивает Кичера, Диппита, убивает Ферстартера, Дизах убивает Психа. Убивает Термика. Убивает Термика. Остается Космо и Домок. Космо ставит. Космо ставит хэдшот. Домок убивает Дезаха, остается двое против двоих. И па-па-па-пам. Имплас минус Домок. Двое фуловых против Космо без брони. Но так как нет брони, отдача пошла вверх от попаданий. И что? 12 раунд копилку GDI. И это теперь buy attack will not be. Вот такое же сообщение мне передал Траван. К 40 сериалам у меня еще прибавился еще один. Уже 41. Тут Никита убивает Космо, психа, разве не Никита? Домок убивает Дизаха, убивает еще Кичера. Домок разносит всех. И уже мгновенек осталось 104-2. Минус Имплекс. Нет. Дом, да, все же Домок убивает Имплекса. Знаю, что последний на Зиде, начинает поставить смоук, откидывает хае. Ой-ой-ой. Бедный псих получает в упор от АВП. Ой-ой-ой. Маэль тоже убивает еще одного, выходит что на Зиде. Что творится, Маэль? Чеков. Ой, сношу. Ой-ой-ой. Ноускопом делает минус. Что творит этот игрок? Что он творит? А, ну, термик у меня есть. Не будет распантовать, пойдет сейвить. Отлично сыграл Самаэль. Что только что сделал этот псих? С никнеймом Самаэль. Термик минус, счет 12-12. Осталось. Вот как ты думаешь, кто победит? Мне кажется, что GDI. Ну, у них отличный снайпер Самаэль. Не покупают 3P250. Все пойдут опять на зеленку, я чувствую это. Все идут на зеленку. Да, но там только Ась. Один термик, и термик слышит. Ну он не ожидает. Собирает одного. Забирает. Ну все, приходит псих, делает минус Имплекса. Посмотри, термик, кстати, еще оставил двоих красными. Видит. Смайли начинает простреливать, получает голову от психа. Остается один. Ой-ой-ой-ой, вот эта хаешечка. Вот ой. Эта хаешечка взлетела от психа. Счет 13-12. И все равно я верю, что GDI вытащит эту игру. Мне кажется, да. Кэрл Нот Би выиграет. Конечно, против меня всегда. Да нет. А вдруг я Ванга? Вдруг я умею время? 4 кольта, фамос, раскид. Почти отсутствует такая лайтовенькая раскидочка. Главное покидать гранаты в разные стороны, чтобы они подумали, что мы идем в одну точку. Смотри, псих прыгает и... Псих не смотрит вниз и от Самаэля получает некит, и Имплекс остается на вагонах на Б. Имплекс. Кичер стоит возле зеленки. Начинают раскидку на Б. Имплекса еле задели флешки, начинают выходить в смоук. Ой-ой-ой, хаешку прям в ноги. Листа. Да, получает. Дизах. На пожарный Дизах поднимается в спину, никто его не слышит. Сейчас может быть минус 3. Па-бам. Па-ба-ба-бам. Не увидел еще одного. Космо и делает... бабах. 1-3 ситуация. Ну, это раунд за... Это 13-13. GDI. Нет, ну может Домок сейчас соберется и сделает для своей команды минус 3. Такой косяк.
Домок пошел на свою базу. Все нормально. Либо идет по зеленке. Боже. А вот меня не рыба. Я, в принципе, понял, что за шутка. Давай теперь играем. Правда, давайте заново. Да, давайте сделаем так, чтобы пока на бит точно выиграли. Сейчас, короче, счет начнется 0-0. Так, не надо так шутить, а то еще 40 минут сидеть и смотреть на такую же игру. Да нет, это именно этого раунда перегровка на самом деле все шутит. Ага. Хотя было бы весело, если бы сейчас верю реально... в такие шутки. Если бы сейчас реально вернулся 26-й раунд. Бой на зелёнке, прям на зелёнке. Ой-ой-ой, псих убивает кичера, термик убивает дизах, ситуация 5-2. О, 5-3. Кидает флеш под ноги. 4 в 3. Нетик делает минус, космос входит, не попадает на зиге. Получает баб. Томак начинает, кидает смок, остается вдвое в 3. На зиге обходит. Бедный Домок, 17 хп, не знает. Рестарт убивает. Ой-ой-ой. А этот Домок забрал имплекса с таким-то количеством хп. Ну. И кстати, GDI вынужден делать либо эко, либо какой-нибудь форс. И кичер покупает макс 7. 5-7, фамас, PD-50 и арморы. Купил макс 7. И видимо идут... А нет, занимают... Я думаю зря они устроили, купили фамас и этот, и макс 7, так лучше. Скипается 15 раунд, это привыкай. Я привык. Остается 4 в 3. Счет 15-13 будет. И дизах убивает космос 3-3. О, 3 в 3. Два. Фаерстартер убивает дизаха. Два красных игрока GDI. И почти фуловые все игроки. Самоэль забирает Фаерстартера. Домок убивает Никита. Мне кажется, сейчас Самоэль сделает минус, но его убьют потом. Чё-то мне кажется, он вообще не делает минус. Его откроют сейчас 15. 15-13, остается последний раунд для команды. А знаешь, что очень плохо? А ты посмотри на деньги GDI. Посмотри. Их, у них их нету. В итоге они вынуждены делать форс. Кичер не, что-то не показывает свою отличную игру. Со счетом 11-25. Парень потел. И все равно что-то... Да, видимо, весь пот вышел. Психа. Космо убивает Никиту. Космо делает минус Никиту. Остается Домок. Домок выходит, делает минус. Что же остались? 3 5-7 на... 2. Все. Начинает один. Зажимать. Один. Один Самюэль. И... Дает голову Домоку. Самюэль. Жмёт. Ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж. Эко will not be проходит дальше. А? Угадайте, угадайте, кто проходит сетку лазеров? Кто? Конечно же, команда GDI. Что ж, удачи обоим командам, что в сетке лазеров, что в сетке виннеров. Все равно еще есть возможность. Да, еще есть. Конечно, есть еще возможность. Ну что ж, для вас комменте я Тойота и... Динки. Всем удачи, подписывайтесь на канал. Да, ставьте лайки.